многим будет интересно. Я думаю, что моим подписчикам. Трубогибы. Трубогибы, профили гибы. Есть два способа изгиба, да? Ее можно так, можно вот. То есть это жесткий мебельный изгиб, то есть получается дополнительные ребра жесткости. У нас труба есть, я поэтому оба способа сейчас и сделаю. Угол 90, правильно? Ну то есть... 90, да. Да. Я сейчас программирую угол. Я примерно знаю, что труба, скорее всего, градусов 10 еще отдаст. Поэтому я сделаю... Перегиб, вот. Да? Да, я сделаю перегиб. Вот здесь 30 программ, 9 углов программ. У меня угол только один, поэтому вот задам. Я 9 градусов на перегиб буду достать. Он спрашивает, второй угол есть? Нет, второго нет. Это одна координата, вторая координата – это положение прижима. Логика в том, чтобы при том же повороте шпинделя был тот же угол изгиба, надо, чтобы прижим находился там же. И поэтому станок требует или поставить, где был, или подтвердить, что выбранное положение я выбрал осознанно. Да, я ему подтверждаю, что да, это положение я выбрал сам. Сейчас посмотрим, что получится. Вот он выполнил угол и остановился. Здесь в ограниченном пространстве неудобно, можно где-то что-то зацепиться, станок поедет. Это изгиб, который прямой. То есть, чтобы он был аккуратный, кто-то заполняет. Либо специально использовать форму с продавливанием. Попробуем на ней. Если совсем без продавливания, да, нужен тогда торновый станок, либо заполнение. Понятно. Значит, из Дубны компания делает мебель Хаята. Это вот нержавейка 20 на 20, в том числе нержавейка.